Местное телевидение для любого муниципалитета – это источник актуальной информации. Поэтому так важно, чтобы он был в каждом районе. Видное ТВ существует уже почти 20 лет. До юбилейной даты осталось меньше 2 месяцев. За эти годы коллектив канала показал людям огромное количество новостных сюжетов, разнообразных передач и фильмов. Но время не стоит на месте, интересы людей меняются, и Видное ТВ хочет меняться вместе с ними. Кто, как не сами зрители, лучше всего знают, что бы им хотелось видеть по своему телеканалу. Поэтому мы вышли на улицы города и спросили у прохожих о их пожеланиях. Больше спортивных мероприятий. Что-нибудь связано со здоровьем, не знаю, там, с ранним развитием. Фильмы, комедии, например, «Чем Керри». Я думаю, конечно, какие-нибудь социальные вещи, чтобы люди видели, что есть прекрасное в городе Видном. Интересные фильмы. Информацию для людей побольше, чтобы было. Нам надо бы мультики побольше смотреть детям, чтобы смотрели мультфильмы. Наши отечественные мультфильмы только. Ну и новости. Приятно было встретить постоянных зрителей, которые смотрят Видное ТВ с его основания. Мне все нравится. Нормально. Видно и хорошо живет. В жизни самое главное не стоять на месте и развиваться. Такого принципа придерживается коллектив телеканала «Видное ТВ». И поэтому мы учтем все пожелания видновчан, чтобы сделать канал еще лучше и интереснее. Юлия Погосян, Алексей Иванов, Анастасия Нурхонова, «Видное ТВ».